Привет, друзья, и вам, враги, тоже привет. Ничего не предвещало беды, и тут наши друзья позвали нас на дачу посидеть. Мы дошли с горем пополам, но не все. Петрова там где-то сейчас еще идет на улице. Но где-то минус 10, снежочек. Вот мы уже дошли до дачи. Такой шикардос. Пойдем посмотрим, где она там живая вообще или нет. Обзор дачи. Я так понимаю, что это, наверное, баня. Ну, короче, посмотрим сейчас. Вот мы только-только дошли. Еще пакеты, все. Там даже нет тропинки до отсюда, поэтому мы так шли через снега. Где она там? Это, ну-ка иди сюда. Сейчас колобочки дам лопатой. Это что за колобок? Ой, иди туда заходи. Грета тебя даже испугалась. Ой, как классно. Что за домовой идет? Это же сказка. Мы попали в сказку. Грета. Знакомься, это Грета. Да? Грета. Она тебя не узнает. Грета, это я. Грета, это я. Сама пришла на лыжи. Ну как тебе? Хорошо. Сколько сбросила? Килограмм 5, наверное, точно. Но это прям, лучше фитнеса, да? Да. Тебе сразу дискотека и все. Мы вернулись в вчерашний клуб, там такая же стоит. Здесь-то круче. Ну, в 10 миллионов раз, естественно. Так, мне надо очиститься. Да, мне тоже надо очиститься. Это у меня полный вообще. Полный снега. Все вообще капец. Но зато круто, не знаю. Вообще круто. Давно уже такого экстрима. Но естественно, что ты дома сидишь сутками. А то, что, блядь, на такси. На машине, блядь, на тебе их снимать надо. Так, да ну, не надо, тут сухо. Ну, я тебя умоляю, сейчас срастает и до свидания. Ага. Добрый вечер, диспетчер. Здравствуйте. Передай привет моим подписчикам. Передаю привет подписчикам Елены Малышевой. И Фильм Лайф вообще-то. И мы всей этой кучки. Вот сюда вот я только что прыгал, ребят. Куда? Ты прямо отсюда прыгал? Я вот так вот перебежал и вон туда прям побежал. Отсюда нет, конечно, не могу. Не, я оттуда тоже прыгал. Это Димка, дружбан, стоит. Здравствуйте. Такая красота у нас стоит на елках. А я вообще сейчас покажу. А я покажу, Я вообще голый. А мое идеальное тело могут смотреть только некоторые. Мы шли покурить немножко. Мы совершенно трезвые. Блять, правда, у меня ноги прилипают к снегу. Я сейчас без кожи остался. Потому что Фима босиком стоит. Я стою босиком, реально. Сколько у нас сейчас мороз? 10. Просто 10 градусов. Вот все. Так мы выходим на снег. Такое у нас вот так вот мы спокойно ходим. Ну, обычно интеллигентное лето. Но у тебя дуже гарные вообще. А черевички. Потому что ты принцесса и сказала в акуле, чтоб он тебе к черевичке принес. Как у царицы. В Рождество. А в акула мне принес вот эту хуйню. Не знал, что царицы такие ходят. Так и живем, ребят. Не, вообще отлично. Очень жарко. Но я только просто... Нет, вы не подумайте, что я вот так хожу постоянно. Просто я только что вышел из парилки. И мне очень-очень жарко. Вот так вот мы сидим. Не, музыки нету? Нету. Вот.
Блядь, я тут, ну, блядь, фильм, нахуй, но я не надо лучше. Материть, Елена Владимировна. Вот так красивенько мы сидим, никого не видно, все запотевшее, все и красиво. А есть того. Свет? Есть. Хоть покажи. Есть, можно дать свет. Тебя можно снимать? Да. Фатьма. Да, можно. Так я сразу грудь оголил. А это просто вообще, ну, принцесса. Ну, кто тебя не видел, Лен? Ну, какая ну, краса... вам Лена, нахуй? Красоту покажи. Марью. Вся Гюзель, восточная красавица. My name is Гюзель, восточная красавица. Асидора. Асидора Волкан. Вот, нажали шлаков, так спокойненько, интеллигентно сидим тут. Не получишь монетизацию. Чего это? Ой, знаешь, там монетизация мне там 2 копейки падает. Но после тебя, конечно, не получу, естественно. Ты мне жир торчит везде? Да нет, все отлично. Самая худая женщина на планете. Это куча стряпка? Самая... Это наша подруга. Это куча стряпка. Что это вообще? Ну покажи свое личико. Почему только меня снимают, блин? Я всех снимаю. Винегретку. Димка красавец, Макс красавец. Я у себя уже показывал свое идеальное тело. Все прекрасно видели, все мечтают о нем. Хорошо. О, друг... О, ну вот это... Соскачат. Сука. Я же тренер, блядь, я забыла, я же судья. Да конечно, тебя сейчас все будут смотреть, боже мой. Мистер Президент. Happy birthday. Я президент засунул. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Аплодисменты. Это был хор Мерлинов Монров. Мерлины Монровы из деревни Унька. Мерлина уже не та. Фим, ну хватит. Мерлин Морло, хватит, успокойся. Или Мурло, что-то. Блин. Почему ты, блядь, акцент Мерло. Мерлин Мурло. А Мурло это какое-то не очень слово. Ну вообще не очень такое. Мурло. Я бы уже что-нибудь крепкого въебанул бы. Зачем? Это чья была? Я при том, что сижу, у меня моя шопы. Выключи музыку, пока я снимаю, пожалуйста. Мокрые шопы на зимней курточке. Выключи пока. То, что мне уже прямо это... Прямо совесть мучает. Ой, ну какая там совесть? У меня много совести. Дима, а уже в принципе тепло, ничего не надо мне под жопу. Ну реально. Тут есть вон такая штучка хорошая. Не включай, ну пожалуйста, пока я снимаю, не включай. А где наша? А то я потом не смогу это все. Можно Леночка, я... она тебе была. Ничего не надо, у меня тут много. Точно? Принцесса, да. Принцесса на горошине, на бабах. Блядь, ну почему меня, блядь, постоянно? Да я всех снимаю, что ты это сама? Тебя, тебе. Блядь, для меня 22, вот. Блядь, как-то нахуй вообще одинаково. Одинаково? Да. Ребят, вот я. Сиськи нельзя показывать. Хочешь, я покажу сиськи? У меня будет, блядь, 200 тысяч подписчиков. Реально. Подсисишников. Да. Снимали всех, а тут нельзя никого снимать, да? Рассказывали. В общем, что жидкий там? Нос это хуйня. Так? Что вот такое так? Жидкий нос вообще? Расскажите нос, мне. Когда тебе иголку сюда вот вправляют. Да. Ну, скажи, может. Жидкий нос это такой филлер, который выправляет прямолинейность носа, и который делает из картошки, нахуй, тоненький нос. А я думал, жидкий нос, это когда после кокаина он вообще себя прийти не может. Нет. Нет. А еще есть липолитик специально для носа, который делает маленькие крылья носа, он убирает переносицу, он убирает вот здесь, вот здесь, вот здесь, полностью весь всю влагу, нахуй, высасывает и, блядь, все ткани. Ткани. Это канал Елены Малышевой, ты че? И, блядь, носик становится как у куколки. Ну где у тебя куколки? Я не пользуюсь. Какой у тебя? Я вообще не пользуюсь. А вы знаете, как нос становится, когда как у куколда? Как у пупса, блядь, 70-х годов. Помнишь, пупсы были советские? Ну и где все это? Сделай потише. Или вообще?
Сними, пожалуйста, мои вот эти штучки прикольные. Это нам Демка дал. Смакс. Это Ленкина. Это мои. Это Макс, он уже не может с нами сидеть. Это почему включи, вы... включи, у нас включи. Идет. Ребята, вы попали. А кому? Все. Кому стопочку? Показывай свой нос. Что там тебе делали? Короче, мы сидим в таком гараже. Зятёчек. Ну что, тюкнем еще? Зятёчек. Да, еще тюкнем. Зятёк. Зятёк, давай тюкнем. Что ты ходил там, прибирался? После меня. Нет, я там не насрал. Я после игры это так не убирал, как после тебя. Шикардосная баня, я уже спорил. Наша мама обшарила. Обшарила? Всего. А как ушата потрогала? Я готов. Готов к чему? Ну и ко всему. Мам. Что, нету вина, все? Все выжрал. Я все выжрал, две бутылочки. Три. Никто его даже не трогал. Да ладно, три. Три бутылки. Елена Владимировна. Боже. Ваши эти, кстати, подписчики будут смотреть меня. Это ваши подписчики будут смотреть. Но я скину твоим вообще-то девочкам, и они тоже меня потом посмотрят. Моим девочкам-то не надо это видео скидывать. Как проститутки прячутся, когда менты приходят, а? Я не поступила. Ну, в смысле, ты изначально приехала, чтобы не поступать? Я приехала поступать. Ты изначально приехала, чтобы не поступать. Техникум доярок. И не поступила. Искусственных осеменителей. Зато стала артисткой. Разговорного жанра. Да? Скажи, что... Я очень счастлив, ты можешь замутировать потом моему лицо, потому что... В смысле, замазать? Да, оно и так уже замазано. Я счастлив, что с вами познакомился и пообщался так близко и тесно. Теперь я знаю, кто такие шлюхи. Проститутки. Это разные вещи. Сорян, нет. Спасибо вам за вашу компанию, ваше внимание и вашу чуткость. Что чуткость? Когда же вы, блядь, узнёте? Чуткость, блядь? Это что за чуткость? То есть, блядь, это что за чуткость? Это она, чуткость Владимировна ее зовут. Три бутылки выжрала одна? Три бутылки выжрала одна. Чуткость Владимировна, это она. Закидывала еще самогона. Божечки, как страшно, блядь. Как страшно жить, как и я жила вчера. Ладно, в чужом плену. Где все... Ну, давайте выпьем. Я уже выпила. Еще даже никто... Я и Елена Владимировна. Никто ничего не поднял даже, а ты блядь, уже... Блядь, не снимай меня голову. Не, блядь. Лена Владимировна. А культурную интеллигентную даму. Ну, чтобы все. Прекрасный тост. Шикарный, какой долгий, причем так долго ждали. Ну, чтобы все. Так долго разговаривал. Дону. Мы выиграли в лотерею взяться-то. Я хочу потом, блядь, Фима скинет, потом, блин, папе отправим. Хочу вот прямо Богу сказать спасибо в Рождество, что нам дали такого зятю. Вот даже мой экс-бойфренд и то говорит, какой зять хороший, блядь. Я не говорил еще ни разу ничего ни хорошего, ни плохого. Да твой голый вид уже сам за себя говорит. Это не зять вам нехуй взять. Это зятёк, то, что надо. Посмотри, какой погреб сладил.
Это сайт Берида, Берида и Таскай. Опять же, везде помосточки. Боярня Морозова. Помосточки опять везде же. А как мы картохи с твоего подбородка нажарили? Да картоха это... Да там сало было, хай бог милует. Вы, блин, про зятька. Там одно сало было. Зятька, это зятька какого-то. Это просто лотерея Дона выиграли такого. Посмотри, лицо. У него аж нос покраснел. Благородное лицо. И какой-то тебе унгинский, блядь, бич. Посмотри. Но, тем не менее, затек то, что надо. Это ваше дело, что вы там делаете. Но посмотри, какой фасад у дома. Посмотри, какая баня. Посмотри, дом. Якая культурная баня. Только дону, я отдыхаю. Дону, блин, что мне все для вас. Не все Доня, вас, не Дону, а Доня. Что-то не за Дону. Я как хочу, так и называю Дону. Это моя Дона. Что за Дону? Похуй, это Доня. Я придумала. Дону. Ну, Доня. Она от слова дно. Доночка моя. Типа, блядь, дно вообще. Доночка моя, любимая. Вот, выбрали зятька. Мы все артисты, поэтому мы не смущаемся. А еще капиталисты. А у меня в Швейцарии... Проклятые капиталисты. А стоит полбанка. Вот, я смотри, вас цепями пиздить буду. Закуриваешь, а между прочим, зятек закрыл глаза, знает, что дерево пропитывается, но для своей... Так он выйдет. Он просто берет сигарету. Я уже не... А прикурите, ну, когда что-то даме что-то сигарету. Даму, сейчас дама будет танцевать. Сейчас так. Дама что-то будет танцевать. Катара-тара-тара-тара. Хочу ее к себе, Дона, в кровать. Не расстраивай, не расстраивай. А я такая крутая. Когда выпью вина. Вы зятька взяли, господи помилуй, а? Зятёк. И все это с подводой. Ой, актеры, ой, актеры. Главная актриса. Зятёк. Двойник твой... Натальи Крачковской. Пошел нахуй. Между прочим, Наталья Крачковская охуенная актриса. Да, а я тебе что говорю, что плохо, я обожаю. Что вы делаете? У него? Он это бесполезно. А, он проверяет твой телефон? Нету. Я включаю его. Это не надо. Да он не лазит нигде. Что ты гавкаешь? Он не лазит. Он не лазит там, где не надо. Я включить наоборот. Не надо ничего у Майдона смотреть. А что, есть что скрывать? А тоже нету. Правда, он уже давно сдох. Ничего нема. Ты сколько его заряжаешь? Дону, не переживай, Дону. Я все под контролем. Блядь, да не снимай ты меня голую, блядь. То, что вы голые сидите, это похуй. Кто тебя снимает голую? Хай бог мил, ты же в лифчике. Я тебя умоляю, это же не купальник, это лифчик. И шо? А лифчик это пиздец у нас в России, блядь. Сняли одну учительницу, выгнали, блядь. Да, да. А ты шо учительница? Я учительница, а тренер. Кстати, высший квалификационный... Кто сломает линейку, тому пизда. Что ломает, Дону? Кто сломает линейку, тому пизда. Да. Зая, ну пожалуйста. Ну вообще, Зай. У меня культурно-интеллигентный Зая, канал, познавательный ну. Вообще-то. У меня канал познавательный. Зая, дай я посмотрю, сколько времечки. А время? Сейчас скажу. Зая, давай мне. Ну уже ночь как бы. Ой, господи, гуляем Рождество! Да.